Дорогие друзья, с вами Чика Бомбина. Да, его я отмечу в комментариях. Его я отмечу в комментариях, если вы попросите. Да, только он со мной не смог подключиться. У него что-то с интернетом, он ко мне не смог подключиться. Итак, ребят, мы пока не можем играть, так как тут еще не зашли игроки. Так что мы пока полежим под кроваткой. На камерах его нету? Так, на камерах его нету. О! Там кто-то зашел, да, там кто-то зашел. Давай, я, короче, к нам кто-то зашел. Я сейчас побегу в коридорчик. Да, я скину в комментариях. О, я нашел этот дротика мед. Блин, дверь закрыта. А тут дробаш лежал. Ну, ладно. У меня есть дротика мед, ребят. Вроде монстр появляется не сразу. Так, подожди-ка. Название поменяй, пожалуйста, канал потом. Не знаю, потом я у подписчиков, вот, напишите в комментариях, пусть он поменяет название. У нее название Brawl Stars с маленькой буквы. Не понял. Короче, ребят. Всем привет, дорогие друзья! И мы с моим другом снимаем. Да, мы с ним играем по раздельным играм сейчас. И я тоже записываю видео. Да, но только если вы этого захотите. Ну или хотя бы много лайков. Ну или много комментариев. YouTube засчитывает все. Да пока что монстр не появился, он где-то шляется там. Хотя у меня уже дротика мед. Ребят, ребят, монстр появился! У меня есть дро... Игруха топовая. Spectrum Zero. Но меня убили. Не, ребят, короче. Чё? Spectrum Zero. Ну, вы, наверное, слышали про эту игру. Сейчас я вам покажу ее. Сейчас. Рекламу потом. Короче, рекламу сейчас пропустим. Вот. Так, игра называется вот так. Вот так. Кто хочет скачивать. Снимаю я в X Recorder. Сейчас я вам тоже его покажу. Вот он.
Всем, короче, пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы вместе с моим другом Brawl Stars играли вместе в эту игру. Всем пока, ребята, и всем удачи!